Я очень рад приветствовать от имени руководителя нашего региона Виталия Павловича Хаценко, ребят, которые приехали к нам из города Стаханов Луганской Народной Республики, наших ребят, акробатов, которые принимают участие в сегодняшних соревнованиях. Очень приятно, что сегодня мы можем передавать вот этот вот опыт тем, кому он нужен. Я думаю, сейчас тем ребятам, которые находятся на новых наших территориях, очень важно получать такую подобную социальную адаптацию. Нам изменили первую композицию. Очень сейчас нравится. Она прям новая, красивая. Там много поддержек, новая музыка. Выступление мне, в принципе, мое понравилось, мы постарались, я считаю, что мы сделали, но всегда надо добиваться большего. Большой опыт мы получили тоже в плане техники, в плане хореографии, и дети очень выросли, они тоже как впитывают все это, и сегодня они показали на выступлениях, что не зря они сюда приехали. Обмен опытом никогда никому вреда не приносил, только пользу и очень большое в развитии шаги. Причем у нас же теперь Луганская Народная Республика входит в состав Всероссийской Федерации. Вот, я являюсь членом исполкома Федерации России, поэтому все должно двигаться вперед. Мне кажется, нельзя останавливаться на достигнутом. Тогда будут результаты, и все это будет на виду, и будет развитие. Для души, наверное, понравилась композиция под музыку. Больше всего понравилось. В душу вложил, танцевал, выложился на все 100%.